Вот хотите, можно все, можно, по одной берите все, пожалуйста. Сегодня у нас тематическая лекция. У нас в гостях Адалина Швафин. Прошу вас приветствовать. С вашего позволения мы предоставим слово Адалину. Добрый день, уважаемые работники завода «Радиоприбор». Сегодня у меня первая лекция перед трудовым коллективом. Объясню почему. Дело в том, что следующий этот год, 2015 год, президент страны Владимир Путин объявил национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И я, как министр здравоохранения, отвечаю за охрану здоровья. Вы все здесь активные работники, ведете активный образ жизни. И моя задача еще и охранять ваше здоровье, а значит, вооружить вас знаниями, которые бы помогли вам избежать болезней. Я начну свою короткую презентацию. Это не займет много времени, но тем не менее, я думаю, что каждый из вас должен из этого зала вынести что-то полезное для себя. Когда мы говорим об охране здоровья, безусловно, главная тревога наша – это сердечно-сосудистые заболевания. Вот в Республике Татарстан почти 53% смертности дают сердечно-сосудистые заболевания. Как я уже сказал, 2015 год президентом страны объявлен национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если посмотреть и вообще изучить вопрос, от чего же зависит смертность, что на нее влияет, так вот получается так, что даже самая современная система здравоохранения, которая использует самые современные технологии, смертность в состоянии снизить только на 20%. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения. Как мы можем повлиять на смертность? Так вот, на 50-55% смертность и вообще здоровье, именно здоровье, зависит от образа жизни человека. Его привычки вредные, полезные, его питание, его физическая активность. Поэтому вот об этих факторах и именно как сделать наши привычки более полезными, как их изменить, мне бы хотелось с вами поговорить. Если проанализировать вообще основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и соотнести их как в мире и как в России, получается так, что основные факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний как в ведущих европейских странах, так и в России, это повышенное артериальное давление и повышенное содержание холестерина в крови. Это основные факторы. Но повышенное содержание холестерина в крови в России в 2,5 раза превышает, чем ведущих европейских стран. То есть мы неправильно питаемся с вами. Если еще дальше посмотреть, то получается так, что курение в 2,5 раза чаще встречается, но я останавливаться о курении не буду, это вредная привычка, она приводит не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому есть федеральный закон, слава богу, страна пришла к этому, и много сегодня людей отказываются от курения. Обратите внимание, малое потребление овощей и фруктов. В 6 раз разница. То есть наше питание, наш рацион, он
Помимо того, что он традиционно богат мучной, жирной пищей, мы очень любим картофель, и сочетание еще со сливочным маслом, мы не привыкли использовать растительное масло. Я думаю, что, ну, наверное, последние 5-10 лет только мы начали как-то себя к этому приучать. Оливковое масло мы вообще не знали, что это такое. Ну и получается так, что используем сливочное масло, а все это очень мощные факторы, которые способствуют повышению уровня холестерина. Ожирение в 2 раза. Низкая физическая активность 4,5 раза встречается чаще в России, то есть мы мало двигаемся. Мы мало двигаемся по сравнению с жителями Европы. Ну и, конечно, такой фактор, как избыточное потребление поваренной соли. Обратите внимание, очень часто, вот если обедаете в столовой, в кафе, и вот с сегодняшнего дня особо обратите внимание, многие люди еще не попробовали блюда, а уже соли. Вот 50% случаев встречается этот фактор. Вы знаете, если совсем недавно даже наши профессора говорили о том, что суточная норма поваренной соли не должна превышать 4-6 граммов, то вот последние данные экспертов Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что 3 грамма. То есть это очень мощный фактор, который усугубляет ситуацию. Министерством здравоохранения сформирована новая модель, новые подходы к профилактике. Они основываются на зарубежном опыте. Чем мы будем заниматься? Вот то, что я сегодня сделаю здесь перед вами, это массовая пропаганда. Так вот, в Соединенных Штатах Америки в 2 раза снизить смертность от ишемической болезни сердца удалось массовой пропагандой рационального питания и снижения уровня холестерина. Это на 24% обусловлен был эффект снижения. На 20% это контроль артериального давления. На 12% это борьба с курением, 5% это повышение физической активности. Именно поэтому мы будем говорить о гипертонической болезни и об атеросклерозе, как об основных факторах риска. Вы посмотрите, в Республике Татарстан 350 тысяч человек имеют гипертоническую болезнь и атеросклероз. Каковы осложнения? Осложнение – это инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы, эмболии. Я очень часто сравниваю сахарный диабет и гипертоническую болезнь. Если каждого из вас, многих из вас спросить, к чему приводит сахарный диабет, многие скажут – заболевание глаз, потому что есть бабушки, дедушки, у кого сахарный диабет. Кто-то скажет – заболевание почек, кто-то скажет – ампутации конечности. Это грозное осложнение, синдром диабетической стопы. Поэтому с этим более-менее все понятно. А что с гипертонической болезнью? Вот с чем вы связываете повышенное давление? Многие связывают это с головной болью. Вовсе не так. Вовсе не так. Это не связано только с головной болью. Головная боль – это самочувствие человека. Поднимите руку, кто из вас знает уровень своего давления? Отлично. Кто из вас знает уровень своего общего холестерина? Но рук значительно меньше, а их должно быть примерно столько же. Хорошо, идем дальше. А давление важно контролировать дважды в день, утром и вечером. И очень важно его записывать. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы уровень давления не превышал 140 на 90. Это тот уровень, когда начинают формироваться необратимые изменения в организме человека. 140 на 90. И нет такого понятия «рабочее давление». Нет такого понятия. Когда вас спрашивают, какое у вас рабочее давление, такого понятия нет. Есть норма, и есть отклонение от нормы. Мы же не спрашиваем у больного с сахарным диабетом, какой у вас рабочий уровень сахара. Смешно, да?
А никакой разницы, просто сахар это химический фактор, а давление это физический фактор. Поэтому не верьте тем формулам, которые вам говорят, что рабочий уровень давления это к 100 прибавить возраст, вот ваш рабочий уровень давления, это глупости. Давление важно фиксировать именно для того, чтобы потом эти данные можно было показать врачу. Чтобы врач подобрал лекарственный препарат, который обеспечит ваше давление не выше, чем 140 на 90. Надо понимать, что люди, склонные к повышенному давлению, или у кого-то уже зафиксирована гипертоническая болезнь в начальной стадии, должны регулярно принимать лекарственный препарат. Точно так же, как больные с сахарным диабетом. Регулярно. Каждый день. Дело в том, что эти препараты действуют только в том случае, если они постоянно есть в организме. Они депонируются. И концентрация их постоянно поддерживается. Как только вы пропустили прием лекарственного препарата, возникает гипертонический криз. Так вот, все, что связано с гипертоническим кризом, на 99% случаев это пропустили прием лекарственного препарата. За рубежом такого словосочетания, как гипертонический криз, нет. Итак, для чего важно поддерживать уровень артериального давления? Сердце – это мышечный орган, это насос. Это насос, который должен выдавливать определенное количество крови, приток обеспечивать и выдавливать его, пускать опять по кругу. Так вот, когда давление высокое, сердце работает с повышенной нагрузкой. С мышцей что происходит? Она гипертрофируется. Так же, как в спортзале гипертрофируется бицепс у культуристов. Мышца увеличивается в объеме, она все с большей силой начинает качать. Но долго так продолжаться не может. И в конце концов сердце перестает справляться со своей задачей. И она все меньше и меньше начинает выталкивать этой крови. Меняется так называемая фракция выброса. К чему это в конечном итоге может привести? Это может привести к тому, что сердце не будет справляться со своей функцией, и доктора поставят вопрос о пересадке сердца. Вот у диабета это ампутация стопы, а в случае с осложнением гипертонической болезни, с присоединением сердечно-сосудистой недостаточности, хронической сердечной недостаточности, это вот пересадка сердца. А все начинается с банального артериального давления. Поэтому очень важно контролировать свое артериальное давление. Ну и, конечно, состояние сосудов. Сосуды должны быть проходимы, они должны быть эластичны, стенки сосудов. Если они поражены атеросклерозом, ситуация еще более усугубляется. Они перестают быть эластичными. Давление еще выше становится. Поэтому я бы хотел, чтобы кто-нибудь из помощников передал вот этот наглядный материал по рядам. Это сосуды, пораженные атеросклерозом. Посмотрите, это нормальный сосуд. Это сосуд, где атеросклероз уже начался. А это сосуд, где атеросклероз уже закрыл и оставил только 25%. Еще возьмите. Поэтому вот так выглядят наши сосуды. И в отдельных случаях без хирургического вмешательства уже не обойтись. Итак, все не так плохо с точки зрения рекомендаций. Я пришел сюда не только вас напугать, но дать вам некие инструменты. Лишний вес. Почему это важно? Если хорошего человека не должно быть много. И это не только вопрос эстетики. Дело в том, что 1 килограмм лишнего веса – это плюс 1 миллиметр ртутного столба. Это надо понимать. Поэтому какой вес должен быть? Есть такая формула индекс массы тела, здесь она показана. Так вот, индекс массы тела должен быть в диапазоне от 18,5 до 24,9. К этому надо стремиться.
И хотел бы обратить особое внимание тех, кто увлекается различными пищевыми добавками, биологическими добавками. Все-таки нельзя лежа на диване и просто глядя в телевизор пить таблетки, не занимаясь физической активностью, не тратя энергии, иметь хорошее не только фигуру, но и сердце. Мы ведь говорим о том, чтобы сердечно-сосудистая система справлялась со своими функциями. Конечно, сахарный диабет все усугубляет. И это нарушение обмена очень серьезное. Это значительно в разы увеличивает риски и способствует атеросклерозу. Поэтому цифру, которую мы должны запомнить, и мы должны озадачиться не только общим холестерином, мы еще должны думать о том, что сахар натощак с утра в крови не должен превышать 5,5 ммоль на литр. Кому контролировать? Есть разные проявления сахарного диабета, но в первую очередь, конечно, надо думать тем, у кого есть наследственная предрасположенность, у кого мамы, папы, бабушки, дедушки, об этом, конечно, надо думать. Потому что сегодня некоторые люди приходят, допустим, с проявлением сухости кожи и косметологу, и говорят о том, что подберите мне крем, а речь-то идет о диабете. Не диагностированный диабет, поэтому очень внимательно надо к проявлениям диабета относиться. Общий холестерин не должен превышать 5,2 ммоль на литр. Эту цифру надо запомнить. Когда оценивают общий холестерин, оценивают еще и холестериды низкой и высокой плотности, а также триглицериды. А есть современные методы, которые позволяют определить, насколько атеросклероз присутствует, насколько сосуды проходимы. Это сфигмоманометрия. Различные современные методы мы планируем в этом году внедрять в наших поликлиниках. Будут скрининговые программы. Поэтому это сегодня современные технологии, которые позволяют за 5 минут определить биологический возраст человека по состоянию сосудов. Какие же рецепты могут быть в современном мире? Можно много говорить о фитнесе, о различных видах спорта. И я вам скажу так, что 20 лет назад и в Финляндии стоял этот вопрос, как заставить финнов подняться с диванов и пойти в спортзал. Как заставить пенсионеров пойти в спортзал. Была целая государственная программа в этой части. И мой рецепт простой. 5 километров за 40 минут. Скажете, почему 5 километров? Потому что 5 километров в день ходьбы пешком уже снижает возникновение инсульта, инфаркта на 30-40%. Почему 40 минут? Я говорю 40 минут, потому что я хочу подчеркнуть даже, что это не один час. Каждый выберет свой темп комфортный, но эта скорость должна быть несколько выше, чем обычная ходьба и 5 километров в час. Средняя скорость человека. Посмотрите, вот эти женщины тоже сделали свой выбор. Им всем по 55, но в первых двух случаях очень трудно определить возраст женщины. Поэтому. А вот другой пример. Она уже скоро 50. Посмотрите, какие пивные животы. И все, что там написано, одышка, храп, импотенция, таблетки. Все это перспективы тучных людей, безусловно. Все это перспективы тучных людей. Я бы хотел завершить на конкретном примере. Это человек из моего детства, Сиразиев Ахмед Гирфанович. Он выступал в цеховой команде моего отца. Папа у меня работал на 7-м заводе производственного объединения «Ликон». Я ходил на эти соревнования. Но пример на самом деле показателен не тем, что он сегодня 23-кратный чемпион мира по лыжным гонкам и легкой атлетике, а тем, что ему и не было 50, когда врач сказал его диагноз, назвал. И сказал, что если вы не измените свой образ жизни, то у вас не очень хорошие перспективы. Так вот, ему сейчас 86 лет. В конце прошлого года его наградили, он стал спортсменом года. И вот мои ощущения при общении с ним, я бы охарактеризовал так. Не запаха старости. Поэтому
Очень хороший пример, очень поучительный. Это логотип нашей акции, там, где вы увидите этот логотип и вообще наших мероприятий по снижению рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, то значит, там работают врачи, они несут знания. Все, что я сказал сегодня, это несложно запомнить. Первая цифра 140 на 90, давление ни при каких обстоятельствах не должно превышать 140 на 90. И наши лекарственные препараты, которые мы употребляем по назначению врача, они должны это обеспечивать. Второе, это, конечно, надо по весу посмотреть, да, надо стремиться к своему индексу массы тела в этот диапазон. Ну и сахар 5,5 мы сказали, и общий холестерин 5,2.